Всем привет, с вами Алекс, и мы продолжаем разбирать мои партии. Сегодня у нас партия против Шевченко, я играл белыми. Сколько я понимаю, все-таки это Шевченко. Точно не могу сказать до конца, уверен. Так, поехали, разбираем. Е4, c5, мой любимый вариант, а3. Взяли. Сошли, конь а3. И вот тут слон f5. Кстати, считается достаточно... Ну, наверное, неплохим вариантом. Вот сейчас он еще предлагает ферзь f5, но раньше считалось, что, наверное, слон f5 из возможных комбинаций, наверное, самый лучший. Он закрылся. На a7 тут бить... Ох, что-то как-то мне это... Так нельзя? А, ну понятно, шах, наверное, да. А, ну понятно, там уже без фигуры, хотя, стоп, 5,5, допустим. Так. Понятно, конь e5. Ладно. Хорошо, может быть, но все равно, как-то мне кажется, ну не знаю, мне не нравится ход именно на а7. Мне как-то нравится конь, что он давит на... Мышка опять. Давит на f7, на c7. Вот, ну, тут на любителя. Ферзь e4, закрылись конем, чтобы слон у нас не висел. Е5, ну тут в принципе все по компу он делает. Тут более-менее, то есть тут плюс-минус равная борьба где-то в пределах одной пешки. Но все равно король у него более открытый, хотя я без пешки. Так что инициатива тут какая-то есть. Это вот что за явление? Ничего себе. Ничего. Нифига себе. Вот это да. Ух ты, какие тут комбинации рисует он. Я этого что-то не видел, кстати. Ух. Под связку. Шах. Забрали. Две фиг... Две фигуры за ладью. Ой. Не, ну тут прям совсем же... Еще и так. Отдаем. Не, ну эти варианты, это уже страшно смотреть, когда компьютер играет. Так человек не может играть, честно. Но он показывает минус 4 тут. Ну, не знаю, не знаю. Ну, конь f2, да, надо было играть, не спорю. А тут уже плюс 1. Тут уже плюс 2. Вот тут я бы, да, закрылся бы слоном, но мне кажется, он как-то более напрашивается этот ход, потому что король d8, ну, какой-то странный ход. Но тут самое интересное, что есть ход вот так, и мне кажется, что я получаю так, и он типа... А, ну, тут нельзя, да, тут ферзь. А в чем разница принципиальная, я не понимаю. Ну, то есть, ну, хорошо, так. То есть я не очень улавливаю, какая разница между король d8, король e2 и король e1. То есть, ну, он просто пишет, что я тут упустил чуть ли не преимущество, а разницы я пока не особо вижу. То есть, ну... И чё? Ну, может быть, дальше... Не, я не понимаю, честно. То есть, какая разница между король еду, ну, и чё? А так нету? То это ладья выходит. Ну, может быть, но как-то очень странно. Ладно, это все равно не по-человечески. Он сыграл
А6, но это была просто грубейшая ошибка А6. Потому что съедается просто слон. Соответственно, бить слона моего нельзя. Приходится бить ферзя. Я бью с шахом. И все. И ушел слоном. Еще напал на F7. Ну, он предлагал, конечно, слон D7, но что-то это тоже какой-то маневр серии компьютера. Ну, по-человечески как-то не хочется туда идти, мне кажется. Может быть, еще ладьей туда. Это вот возможно. Что-нибудь типа такого. Но слоном как-то вот совсем не хочется. Я пошел слон c4, взял на f7, ну и в принципе мне было хорошо. Не дал взять на c3, хотя, наверное, тут был такой ход, нет? А, такого хода не было, потому что можно, да, королем просто. И все. Все банально. Даже не надо конем. Так. Он напал, я ушел подальше. И все. Просто под размен. Начинаю меняться всем подряд. Он сходил еще ладья e8, я ушел из-под связки, ну и тут он решил сдаться. Ну, потому что без чистой фигуры играть, конечно, ну совсем уж тяжко стало. Он вообще тут ком предлагает просто взять. А если я сюда? Тут, да. Ну тут теряется вообще чуть ли не все. Так. Я бы... Может быть, даже... Может, и не взял бы. Может быть, что-нибудь кого бы сыграл. Не знаю, тут надо смотреть. То есть, что бы я тут играл, непонятно, но... По-моему, и так уже видно то, что тут выиграно. Плюс 6,9. Ну, плюс 7. То есть, ну, тут хорошая партия получилась более-менее. В один момент, конечно, минус 4 было, но... Конь f2 там... Видимо, было страшно играть ему. Не знаю почему. Вот. Так что всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал. Ставим лайки. Прожимаем колокольчик, не забываем. Подписочку. Вот и ждем новые видео и стримы. Все. Всем спасибо. Всем удачи и пока-пока.